сзади прицеп вообще дрифтит. Валит боком, смотри. Вау-вау-вау-вау-вау, потише было! Пойду куплю себе куб. Слышь, у меня откуда-то колесо, короче, отвалилось. Я не понял, откуда. Колесико потерял. Я еду... О, оно утонуло в асфальте. Я ехал, я об него дома, короче, получал. Нормально. Сейчас присоединим. Я говорю, это на второй ролик тянет. Ого, ебануться, блядь. Давай я съем. Ты разгрузиться не успел, да? Че, еще один ролик по снова рада. О, а ты меня летаешь теперь. Блять, я боюсь сейчас к себе возвращаться. Волки. Меня что-то пустили по кругу вообще. Ну, в смысле, грузовик. Оговорочка. Я что-то кругаля нарезал и вернулся опять в то же место. Объеду, интересно. Еще одна какая-то авария. О! Маги. Маги. Там такой квадрат тише. Чё, блядь, слышно? Что опять не так? Ехал уже спокойно. Не смотрел? Не смотрел? Я нет. Что происходит? Меня тут какие-то призраки атакуют. Ёпою мать. Ох, нихуя себе, да. И что? А у тебя, может, скорость большая была какая-то? Нет. Нихуя, а ты у меня вообще вверх как ракета ходит. Нет, колеса внутри текстур. Ну да, а там же еще татарин стоял. О. Мне кажется, он едет к нам. Нельзя так обращаться с кошкой. Ты сейчас у меня хуяк и просто в небо улетел. Нет, мы немножко подпрыгнули на это, не смотри. И еще раз. Че, в небо все-таки улетел? По тому, куда релись, типа. А я вижу будущее, походу. Ты нихуя, тебя унесло. Все, все понятно. Ну, еще раз покажи. Вон, смотри. На это. Ну, там же типа карданы внутри какие-то, поэтому... О, вообще, у тебя нифига глюки какие с земли. На кредиты? Да, вот я задротил, если бы так можно. А мне кажется, что в штурмовик ушел в темку. Пипец, а у меня прям перед носом решили, короче, перекрыть проезд. И я втащил грузовик на овер дофига. Это прям как жизнь. И сквозь диск земля светит. Ты куда делся? О. Дениска, ты где? Я даже не успел. Мы на границе карты прилетели. Тут, короче. Мы не повредились даже. С видами, да? О, зато я зацепился. За стол. Да, только зачем, не знаю. О, мне спокойно ей. А я тебе его обратно протолкнул. Неплохо. Блять, ну на лебедке его опасно тягать. Да.
А, нет, нет. Стой, не толкай, нет, нет. У меня он просто на бок упал. А вот этот раздвоился. Наверное, да. Теперь прыгни. Жди Саню. Надо было перелезть, короче. Я говорю, перепрыгни через него как по рампе на этот. Вот теперь через ящики дальше пройдите. Мне кажется. Ты его сейчас обратно перевернешь. О, у меня тоже два этих. Зачем так делаешь? Супра. Саньку надо тоже, короче, снимать. Да-да-да. Саньку надо тоже снимать, чтобы мы могли, короче, ты мог на одной стороне показывать, что видишь ты, а на другой стороне, что видит Саня. Еще назад, назад. Не смотри, вон у него трос есть, типа стрелы не видно. Давай еще. Еще. Чуть-чуть еще давай. Во, так. Так, нажимай закрепить груз, да. Во, все. Вперед! Да вроде от чертовщины уезжаем уже.